Здравствуйте, меня зовут Анатолий Павлов. Я работаю в компании Amazon, являюсь продукт-менеджером. Нашей компании уже 130 лет. Мы выпускаем почвообрабатывающую технику, посевные машины, машины для защиты растений, опрыскиватели, для внесения удобрений, распределителей минеральных удобрений. На выставке «Агросалон» мы уже не в первый раз, мы являемся постоянными участниками выставки. Мы получаем, неоднократно получали золотые медали, как и в этом году. В этом году мы получили золотую медаль за самый производительный распределитель минеральных удобрений ZTS, который позволяет на большой скорости вносить очень большие нормы. Также у нас представлен на нашем стенде наш серебряный медалист. Это сеялка D9-6000TC российского производства, которая получила серебряную медаль за адаптацию импортной техники к отечественным условиям. У нас представлена также «Пантера», наш самоходный опрыскиватель, современный, начиненный электроникой и всякими автоматическими функциями. Из новинок мы представили новый культиватор «Cenius TX» шириной захвата до 7 метров и сеялку «Cirrus» третьего поколения с одновременным внесением удобрений. Вся техника адаптирована к российским условиям. Если это сеялки, то они обязательно имеют в качестве альтернативного источника привода турбины автономную гидравлику, которая подойдет к любому отечественному трактору. Я желаю всем нашим товаросельхозпроизводителям, нашим клиентам или нашим будущим клиентам хороших урожаев. Желаю им процветания личного и процветания в бизнесе.